Ну что, друзья, вы пришло готовы? Время подвести итоги. Как и обещали, сейчас мы, дорогие друзья, покажем вам фотографии, которые сегодня были получены в наш вот марафон. Ну а потом с большим удовольствием объявим имя победителя. У нас есть... По народному календарю сегодня мы смотрели на наших домашних питомцев, в какой позе они спят, либо просто пребывают в бодрствовании, и должны определить, какая будет погода. Так фотографий вот, если пришло много. Спит клубочком, то будет холодно. Если он смотрит животом на солнышко, то значит будет тепло. Если собака там тоже что-то как-то делает, нужно определять эти все дела. Вот, фото победителя. Вот я просто говорила про кота. Я уже заранее знала, что коты сегодня Котик победят. Потрясающий, такой уютный, укутавшись в носочки, лежит. Это Елена Карабан его умудрилась сфотографировать. Не забыла про наш стикер «Добрый ранец, Беларусь». Леночка, мы вас поздравляем. Наши редакторы с вами непременно свяжутся и расскажут, где и как вы заберете ваши подарки. Спасибо вам за это очень милое, очень теплое фото. А знаешь, как расшифровывается эта фотография? Там же все-таки предсказание должно быть. Ну как? Ножкам будет очень тепло, несмотря на сильные морозы. Это да. Ой, Елена, спасибо вам огромное. Еще раз вас поздравляем.